Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Смотрите, с каким я бойцом буду биться. У него 10 тысяч побед. Сейчас проверим. И 8 против моей. Хорошо. Так, вроде я готов. Он кого-то напоминает мне, только цвет другой. Что-то какие-то тормоза на самом деле. Ну, ноги у него какие-то уродские на самом деле. Начинается. Сейчас будем ждать его. А, нифига не будем. Оу, какой же он быстрый, а? Или я медленнее больно? Да что такое-то, блин? Ни одного раза ему не попало, в общем. Фигня получается. Ладно. Ага. Хорошо. Входим. Блин. Да что такое-то? Сейчас он мне голову снесет. Ага, хорошо. Ну иди сюда. Блин! Ни одного раза не задел. Это жесть какая-то, друзья. Поиграл со мной. То ли я боялся идти в атаку, ну хотя когда я шел, он меня сразу же встречал. Профессионал, однако. Ладно. Первый блин большим комом. Так. Опять я с этим же противником. Так, атака у него на 1000 больше. Жизней, кстати, у меня поболее будет. Так, лайдинг матч. Я смотрел, закрыло мне все меню. Ладно. По идее, даже, в принципе, показатели не такие крутые. Я не знаю, чем он меня берет. Сейчас попробуем. Вдруг это была случайность, а вдруг нет, да? Оу, ее, детка. Блин! Держись! Все, выдохся. Вот так вот. Все-таки я его свалил с ног, друзья. Я, кстати, его боевой рейтинг так и не посмотрел. Глаза были куда-то в другую сторону направлены. Ну ладно. Еще будем стремиться. Не-не-не. Да что ты, блин, завалил меня все-таки, да? Завалил, значит. Окей. Сейчас может меня добивать, побежать сразу. Так что нет. Кстати, да, блок сначала даже не делается, я заметил. Да что такое-то? Тихо, отходим. Давай! Свалил его. Слушайте, ну есть прогресс какой-то, да? Оказывается, вроде сильный-сильный, но получает. Так, ладошки сразу начинают потеть при такой мега-игре. Сейчас попробуем. Давай, давай. Я знаю, что он встанет. Друзья, я нарвался. Хотя вроде думал первый ударю по нему. А в итоге нет. Окей. Ладно. Тяжеловато уже встает. Ходим, наверное. Да, блин, ёпарасоте. Ну, смотрите. Тут мне повезло. Раунд заканчивается. Я чиню голову, конечно же. А он, наверное, силу повышает, да? Вот мутант, да? Да, он силу повышает. Ну, видите, я могу ему руку оторвать. Возможно. Ну, посмотрим, если доживу. Доживу ли я... Блин, нихрена себе он с
одного удара на второй переключился сразу. Я думал, такого невозможно, но в итоге есть у людей возможность. Да, тут я, конечно, прогадал. Давай. Нет, он не восстановится, друзья. Это 100% отказ системы. Бум! В общем, ну тут я ему дал хороший бой, скажем так. Несмотря на все. На то, что он так прокачан. Оператор какой-то. Сепаратор. Голова. Ладно. Я смотрю у него сейчас на рейтинг и удивляюсь. Боевой рейтинг у него, друзья, 4600. У меня в два раза больше. Откуда у него столько побед? Откуда? У него 10 тысяч побед, по-моему. Ну, проигрышей тоже у него немало, но... Блин. Попробую сейчас его... Получится бы. Конечно, получилось бы его уничтожить. Было бы неплохо. Так... Оу, е. Ага. Теперь ты потерял, да, свою энергию. А вот так вот. Окей. Вот мне этот удар иногда нравится. То, что человек закрывается верхнюю часть, а вы ему понизу, и все 4 удара они проходят. Тем более, когда зажимаете его. Блин. Давай. Ух, нарвался я все-таки, да? Кстати, я так близок был свалить его. Так. Сейчас осторожней, он может наступать на меня. Нет. Да что ты, блин? Опять нарвался. К сожалению. Боя не показываю хорошего пока. Ну ладно. Так. Эй, мужик, давай, ты можешь. Блин. Вот это вот мне не нравится. Я блок жал, он какие-то секунды, то есть, не поднимает руки, допустим, не реагирует вообще. Вот этот нижний удар, он, блин, обманчивый. Я попался на нем своим блоком. Да что ты? Что-то, походу, я тут это... Не дойду до финиша. 10 секунд, друзья. Нет, вряд ли. Давай. Нет. Все. Продул. Глупо продул. Неправильно начинал восстанавливаться. В итоге получилось то, что получилось. Ладно, друг. Так, он выбрал другого бойца, более грозного. У него жизней на 1000 больше, сила атаки, блин, на 1000 больше. О, нехилого он выбрал бойца-то, да? Я не знаю, как с ним тогда работать. Ну ладно, хотя, нам надо разнообразие какое-то, я считаю. Синенький, да? Смотрите, руки какие интересные. Братан, я понял, ты с тобой не сосредоточишься. У него с головой, конечно, проблема, а вот корпус-то у него что-то не налезть сильный. Давай. Вот у меня с рукой только проблемы начинаются. Промазал. Так, отходим. Да что ты, блин?
У меня так руку оторвет, друзья. Сейчас он, смотрите, будет разрушать меня, да. Мою рукоять. Да что это, блин? Я не знаю против него, что это надо делать. На самом деле. Ну, вот так вот получил затрещину. У него, кстати, тоже с рукой проблемы, конечно. Ну, все равно, знаете, я столько ударов получил по ней. Бедная Маручечка. У меня две руки даже. Энергия закончилась. Твою дивизию продержись еще. Лучше упасть. Зато рука целая. Так, чиним руку. Слушайте, а может... Какую руку-то? Какую? Тут у меня левая, правая в плохом состоянии. Хорошо, я тогда насилую или еще пофигу. Зато он будет чувствовать каждый удар мой. Если я продержусь, конечно же. Ну, давай. Бляха-муха. Это смерть, друзья. Закончил тут. Смотри, сейчас голову оторвет. А, не, он руку, наверное, оторвет. Да, да, да. Он руку оторвал мне. Твою дивизию, а? Я еще валяюсь, оказывается. Так. Давай, давай, друг. Лечись, чинись. О, блин. О, нет! О, нет! Отходим! Сейчас он будет меня ударами этими пробивать. Оу, оу! По моей головушке! Хотя, я все равно для него опасность представляю. Маленькую, но представляю. Окей. Вперед, друг. Смотрите, я тут уже не восстановлюсь, к сожалению. Это я понял. Видите, опа. Еще один проигрыш этому же бойцу, но он уже хотя бы видоизменился, да? Ну что, друзья, давайте, на сегодня я закончу серию. Смотрите, какой бумбараж. С вами был Михаил. Пальцы вверх, комментируйте. Ну, всем пока.